Перестрелка у Киевского автовокзала. Это произошло в одном из кафе. По данным полиции, шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников конфликта сделал несколько выстрелов из травматического пистолета. До приезда правоохранителей дебоширы разошлись. Позже с побоями к медикам обратились трое мужчин. Один из них был ранен в бедро. Полиция устанавливает причины и личности участников инцидента. Зачинщикам грозит до 7 лет за решеткой.